чувствовал гнев матери. Она ненавидела его за то, что он сотворил с нами. Ее время приближалось, она готовилась к мести. И наше время тоже придет. Мы сотрем воспоминания о его пытках. Одну секунду. Внимание! В исполнении общего приказа номер 13 всем сотрудникам Армахем явиться в аэропорт портового управления для немедленной эвакуации. Шаттлы штурмовиков готовы к запуску. Последний транспорт отбывает через 2 часа. Я видела, как в Армахеме переделывали шаттлы штурмовиков в пассажирский транспорт. Теперь все понятно. Надо угнать один из них, если хотим успеть добраться до Беккета. Судя по пленке, которую я тебе показала, Беккет в руках Армахема. Возможно, он в портовом управлении ждет отбытия со всеми остальными. Но... А! Помогите! На помощь! Пустите меня! Я сказала, отпустите! Она приносит больше проблем, чем пользы. Внимание всем позывным! В вашем квадрате усиливается сейсмическая активность. Берегитесь воронок. Цель у забора! Центр, говорит Виктор-3-9. Как там с нашей эвакуацией? Виктор-3-9, эвакуация в данный момент невозможна. Продолжайте удерживать позицию. Принял, удерживаем позицию. Враг наступает! Черт, последний магазин! Не прекращать огонь!
Там мои друзья встретили солдат Армахема. Я воспользовалась общим смятением и сбежала. Направляюсь к башне. Встречаемся там. Отступать. Говорит фазовый командир, противника нельзя допускать до спасательных отрядов у башни. Отступать будете только в том случае, если я прикажу. Другими словами, удерживать позицию или всем конец. Отменить запрос. Новый приказ ликвидировать агента ФИАР Чин Сун Квон и ценный опытный образец, известный как Пойнтмен. Нахрен, чтобы они провалились, а я отсюда сваливаю. Выполняй приказ, или я тебя расчленю. Вас понял, сэр. Эта глупая баба только что нас выдала. Все еще хочешь спасти ее?
Код ошибки 34. Перезапуск дверных систем. 0% завершено. 30% завершено. Ждите. Никогда не бывает так легко, как хотелось бы. Завершено. Ждите. Завершено. Ждите. Читать твое досье. Ты собственность Армахема. Отвергнутый прототип. Ошибка. Я стираю ошибки. Слушай, мне плевать, что ты приспешник Армахема. Главное, не мешай нам. Нас ждет важное задание. Thank you.
нужно добраться до башни. Там мы сможем угнать один из транспортных шаттлов Армахема. Говорит X-Ray 1-4. В квадрате 4 Ромео выживших нет. Запрашиваю разрешение на эвакуацию. Центр, говорит Янки 2-6. В квадрате 5 Сьерра тоже все чисто. Отступаем к транспорту. Нет, всем, кто под моим командованием, оставаться на месте, пока агентов Фер не нейтрализуют. Я найду тебя, наш Чипка. Ты ему определенно нравишься. Тыкали тебя иглами. И мы еще не закончили. Цель обнаружена. Начинаем класс. Ah!
Командир с линии. Он следит за мной. Он знает, что я здесь. Попробую пробраться мимо него к башне. Поторопись. Нет. Я знаю, что ты меня слышишь. У меня твоя подружка. Она наверняка тебе дорога. Родня или типа того? Она ничтожество. Оставь ее. Она того не стоит. Не сейчас. Мы так близки. Попробуй ее забрать, и я избавлюсь от тебя навсегда.
тебя знаю. Первенец Альмы. Мерзкое создание из пробирки. Жертва неудачного эксперимента. Прошло в тени твоего сокамерника. Кто бы знал, что он твой собственный брат-убийца? Все твои родичи — монстры. Недостойное существование на этой земле. Убирайся отсюда и дуй к шаттлам. Thank you.
согласны с тем, что надо сделать. Все, кроме тебя. Пора стереть тебя, как и все прочие ошибки. Смотрите, Боба! На 9 часов!
сердце! Отряд, за мной! Понял тебя! Контейнере! Сюда! Выпустите меня! Сюда! Живее! Надо спешить к шаттлам! Надо уходить. Эй, брось, не отключайся. Этот Беккет меня основательно напугал. Альма не должна родить ни при каких обстоятельствах, но если это случится, уничтожь это, немедленно убей.